Леон Ким Стач ворвался в российский кинематограф под занавес 2023 года, сыграв главную роль в широко обсуждаемом мини-сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Начинающий актер заслужил похвальные отзывы критиков, сумев убедительно показать трансформацию домашнего мальчика из интеллигентной семьи в жесткого члена уличной группировки. Будущий актер появился на свет в первый день августа 2008 года в Санкт-Петербурге. Мать Лаура Ким Стач вспоминала, что сначала заметила пухлые губы новорожденного сына, а потом уже рассмотрела его целиком. Леон родился миниатюрным весом 2 кг 800 грамм. О родителях артиста известно немного. Редкая фамилия у него от матери, у которой есть дагестанские корни, однако национальность юноши не установлена. Об отце Леона никаких сведений нет, за исключением того, что зовут его Илья. Семья не имеет отношения к кинематографу. Мать – выпускница факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Бизнес-вумен и совладелица нескольких компаний в северной столице, в том числе фитнес-пространства и медицинского центра. Основная сфера деятельности Лауры с 2016 года – модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление. Прадеды Леона по материнской линии участвовали в Великой Отечественной войне. Франц Леонтьевич Васильевич погиб накануне Победы 26 апреля 1945 года в Берлине.